Его святейшество, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель международных образовательных рождественских чтений. Обстоятельства жизни. Это значит, что все эти катаклизмы, в том числе идеологическое насилие, не сломали нашей матрицы. Мы остались способными на жертву, на подвиг. И именно этот человеческий фактор был сильнее всего в исторической нашей победе. Для меня каждый день победы – это святой день. Это памятник силе духа нашего народа. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И это смертельно опасно. Такой диагноз фашизму поставил Эрнест Хемингуэй в Испании в 1900.